понятно, мне хочется развиваться и лично, и помогать своей организации, и, соответственно, помогать другим НКО тоже как-то расти, развиваться, быть более устойчивыми. Такое предложение. Архангельск – тренер, то, что мне нужно. Архангельск, куда я давно хотела. Ну, Гарант, естественно, которым все восхищаются. Я никогда не была тренером, а тем более для НКО, но у меня было понимание, что я буду преподавать, ну, как бы тренить, да. И здесь я получила инструменты и схему. Уже я получила. То есть, в принципе, я могу создать этот тренинг, и, приехав в Москву, я могу его уже легко провести, потому что о чем говорить, я знаю. То есть мне не нужно придумывать что-то, что я там, в чем еще пока не сомневаюсь или не уверена. У меня есть материал, в котором я уверена, и теперь у меня есть форма, есть инструменты, я не знаю, ну, в общем, все расписанная программа, в принципе, в голове уже есть.